Все о спорте, молодости и здоровье в регионе рассказала амичам выставка под одноименным названием, прошедшая с 18 по 20 сентября в экспоцентре. Выставочный павильон на эти три дня превратился в территорию спорта и здоровья. Более 60 экспонентов, а это спортивные школы, федерации, а также организации сферы профильной индустрии, развернули свои экспозиции. На выставке, ставшей уже традиционной, ежегодно собираются представители спортивной общественности и работники сферы. На торжественном открытии исполняющий обязанности губернатора Омской области Вячеслав Синюгин вручил почетные грамоты заслуженным работникам физкультуры и спорта и выразил уверенность – выставка даст региону больше здоровых и спортивных жителей города и области. Эта выставка – хорошая возможность для всех амичей получить прямую информацию о возможностях развития каждого в спорте. Здесь представлены все наши ведущие спортивные организации, все они открыты для того, чтобы быть доступными для амичей. В рамках спортивно-развлекательной программы прошли соревнования по флорболу, показательные выступления по велотриалу и BMX, боевым искусствам, стрельбе и многому другому. Один из самых доступных видов спорта, представленных на выставке – воркаут, или, как его еще называют, дворовый спорт. Сравнительно молодой для Омска, всего 3 года, он уже имеет немало поклонников. Занимаемся на улице, поддерживаем здоровый образ жизни, так сказать, дисциплина смешана, то есть элементы различные со спортивной гимнастики, с эквилибра, собственно придуманные элементы, ну и также база, просто подтягивания, отжимания различные на брусьях, от пола. Интересно, я думаю, это всем, особенно молодым людям, так как это, во-первых, доступно, то есть ты вышел во двор и начал заниматься. То есть для этого не нужно ни денежных вложений, только желание. Особенностью выставки в этом году стала экспозиция Музея истории омского спорта, посвященная юбилею Сибирского международного марафона. Здесь собраны медали, афиши и футболки с самого первого омского марафона 1990 года. А также один из самых ценных экспонатов – знаменитый значок бегунов мира, который выдавался всем, кто пробежал первую марафонскую дистанцию в Омске. Первый марафон, конечно, был относительно скромен, а потом опыт обретали и руководители марафона, и популярность марафона росла. И с этим, значит, появлялся опыт руководителей марафона. Они создавали вот эти вот все вещи, которые здесь мы экспонируем. Выставка «Спорт, молодость, здоровье» традиционно проходит в преддверии Сибирского международного марафона. Зарегистрироваться и получить всю необходимую атрибутику здесь, в экспоцентре, смогли все желающие преодолеть одну из 3 дистанций. Просто я бегаю для себя, и вот этот раз захотелось пробежать и проверить, как я смогу ли бегать на более дальние дистанции. Я бегу не марафон, конечно же, 10 километров только, но все равно это что-то. Каждый, кто посетил выставку, нашел для себя что-то полезное. Собрал информацию об интересующих видах спорта, испытал спортивный инвентарь или же прошел диагностику состояния здоровья. Глава Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области подвел итог. Работа проведена не зря. Здесь представлены все виды спорта, представлены все сопутствующие, наверное, товары, диспансер врачебно-физкультурный, все, что связано со спортом, со здоровым образом жизни, ну и, конечно же, с молодостью, потому что если будет заниматься спортом, здоровым образом жизни, то и будешь молодым.